Вот хотел я записать ролик про Grand Mobile, но еще не разобрался с ним. Всем привет, с вами Никски. И сегодня мы будем гонять на метро. Но будем гонять не на обычном метро, а на метро Восточной Европы. На одной линии я катался за кадром. Теперь пройдемся во второй. Так, не надо подписываться нам. У нас уже второй уровень. Выбираем. Пока точно не было. Ага. Начинаем. А пока грузится, я сейчас отойду. Вот мы уже с вами здесь, на линии Гранд-Бета. Смотрите, какие там машины. Мы с вами едем сабвей. Не работает ли тормоза? А, я забыл. Проверяем. Это идеально. Бинго. Я себе отключу звук. Информатор будет работать, не волнуйтесь. Ребята, канал Пацаны от Баки. Короче, скоро я буду выпускать ролики в реальной жизни. Эти ролики будут сниматься, ну, не знаю, в реальной жизни. А в реальной жизни я буду разбираться, что снимать. Например, в следующий ролик я сниму в реальной жизни. Вот такая идея. И на каждом перегоне я вам буду... Ну, буду думать на станциях, что снимать. А вы не досматривайте этот ролик до конца, и мы гоним, подъезжаем к станции. Забыл, как эта станция называется. Сейчас эта станция у нас ботанический сад. Увидел, как громко. Вот так вот. Сейчас послушаем еще раз информатор. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Украина. Платформа справа. Так, ребята. Ну, я думаю, некоторые ролики... Я сниму ролик, что я как будто бы... То есть, ну, это будет у меня ролик путешествия на корабле.
работаю так, как будто бы это будет все на корабле. А следующий... А потом я буду еще объявлять, кстати, кое-что, что будет. И в следующем перегоне я объявлю, кстати, что я буду снимать. А мы уже почти подъехали ко станции. Я выключу. Станцию театральную. И сейчас еще и раз Значит, следующая станция у нас будет деловой центр. Roblox. Еще я буду снимать стендов и Grand Mobile. А еще у меня будут длинные видео, как стримы. Они будут называться стрим. Я думаю, попробую включить стримы. Ставь, подписывайтесь на мой канал в одном приложении Ablade Arcade. Там я буду, если у меня будет много подписок, я буду проводить стримы. Как по расписанию моего группа канала Фронт Крутых. И мы скоро подъедем, кстати, ко станции Деловой Центр. Сейчас небольшое затишье. Что будет с инфонатором? Ребята, мы на станции Деловой Центр. И сейчас опять проработает их. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – проспект Независимости. Платформа Слава. Ага, следующая станция – проспект Независимости. Ну вот, наша страна. Страна будет проводиться в некоторые дни. Кстати, ребят, цель так и остается. Набрать 26 подписчиков. Давайте под этим видео наберем 10 лайков. Я для вас стараюсь, чтобы вам было интересно. Кстати, мы будем ехать два круга, а потом в депо.
станцию Проспект Какая-то станция. Я думаю, эта станция называется спорткомплекс. Потому что я информатор не понял. Кто понял, пишите. Я объясню, почему хочу писать 20 подписчиков. Ну, потому что это не так много и это не так мало. Поэтому, ребята, те, кто на YouTube, не промахивайтесь, пожалуйста. Подписывайтесь на этот канал. Если будет, ну, хотя бы 10 подписчиков, я выпущу второй канал. Который будет называться Kitty Cat. Но я буду... Я буду строить, я создам мир и буду строить деревню. Очень огромную деревню. Ну, я буду играть, то есть, это будет канал про Бравл Старс. Ну, тем, кому интересен Бравл Старс. А сейчас информация. Это оказалась станция Планетарий. Ребята, у меня штраф. Информатор. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Ботанический сад. Платформа справа. Так, нажимаем «Продолжить рейс». И мы едем снова. Еще давайте под этим видео наберем 10 лайков. Очень вам приятен и буду вам всегда отвечать. А мы тем временем уже начинаем ехать здесь. Уже к станции Ботанический сад. Кстати, на этом кругу вы будете просто ехать без звука. Я не буду ничего рассказывать. Потому что это, например, будет вас надоело, что я включаю микрофон, включаю. Поехали. Thank you.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Боевой центр. Платформа 40. Thank you.
еду к станции. То есть к депо. Входим в меню. И я вам кое-что скажу. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте подписываться на канал. Всем удачи. Всем спасибо. Всем пока. Смотри, как я буду выгружать ролик. Брать вот так вот. Нагрузите видео.